Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели этой передачи, друзья. Вот уже не один год, а особенно в последнее время, мир живет в отравленной атмосфере ненависти, страха, угроз, терактов, военных действий, или проще и понятнее, мир живет в атмосфере голого насилия. Но страшнее всего живет водопадом, заливающий мир ложь. Давно потеряли исконный свой смысл слова «свобода», «мир», «человеческие права», «демократия». Можно перечислять всю передачу, только эти слова. Так вот, именно эти термины, определения и слова, именно они больше всего облеплены ложью, служат прикрытием какой-то чудовищной карикатуры. И неизбежно у каждого из нас возникает вопрос, что можем против всего этого мы, исповедующие Христа Господом, Учителем и Спасителем мира? Увы, отвечая на этот вопрос, мы, христиане, сами оказываемся разделены, и, может быть, в это разделение и нужно вдуматься прежде всего, потому что оно происходит вокруг другого, самого важного и поистине решающего вопроса. Как понимать верность Христу в мире, о котором в самом Священном Писании сказано, что Он лежит во зле? Одни христиане отвечают на это примерно так. Дела мира нас не касаются. Наше дело – спасать свою душу. Мы должны хранить себя для вечности. Ведь и сам Христос не вмешивался ни в какие политические и общественные конфликты, утверждая, что царство Его не от мира сего. Другие отвечают совсем иначе. Христианам не может быть безразлична судьба мира, про которую сам Христос сказал, что Бог так возлюбил его, что отдал Сына Своего. И то, и другое мы читаем в Евангелии, в Евангелии от Иоанна. Да, Христос призвал нас к исполнению заповеди любви, к заботе о бедных, голодающих, больных, пребывающих в заточении, беженцах. И только тот, кто потеряет душу свою, то есть отдаст себя на служение ближнему, спасет ее для вечности. Итак, два ответа. И два призыва – уйти от мира в духовные катакомбы, ожидая наступления Царства Божьего, и напротив, отдать себя делу Христову в мире, разделяя все его заботы и нужды. Какой же ответ верный? А может быть, неверна сама постановка вопроса, не отвечающая подлинному учению Христа о пути его учеников в мире сем? Может быть, истина ни в одном из ответов, несмотря на частичную правду обоих, а в их сопряжении, парадоксальным по человеческим меркам, но единственно верным на деле. Я
И это парадоксальное по видимости сопряжение, видимо, можно выразить так. Да, высшей и последней ценностью, сокровищем сердцем для христиан, вне всякого сомнения, должно быть грядущее Царство Божие. Да, наша жизнь, по слову апостола Павла, сокрыта со Христом в Боге. И мы призваны к внутренней свободе от мира. А в свете Христа и открытого, явленного, дарованного им Царства Божие все мирские ценности относительны. Ибо, опять же, как говорит апостол Павел, проходит образ мира сего. Да, Христос никогда не говорил, что совершенство, справедливость, свобода можно и дальше перечислять, восторжествуют в этом мире, на этой земле. И не от него идет та легкомысленная, но одновременно страшная теория прогресса, во имя которого весь мир залит кровью. «О небесном помышляйте, не о земном», говорит апостол Павел. И потому первый наш ответ на все происходящее в мире всегда – это «Да приидет Царствие Твое». Но и тут наталкиваемся мы на парадокс, извечно присущий христианской вере. Сама эта свобода от мира, сама верность Царству Божию обрекает нас на постоянную борьбу в мире. Если бы Христос проповедовал всего лишь духовный уход от мира, заботу исключительно о внутренней духовной жизни, то Он не был бы распят на кресте. Его не возненавидела бы как преступника земная власть. Потому что мир сей не допускает никакой свободы от себя. В лице не только своих руководителей, но и ценностно-идеологических систем он требует от нас беспрекословного подчинения и служения ему, как некоему конечному идолу. Но свобода от мира означает для нас, христиан, свободу поступать в мире сем, как Христос. А Христос проповедовал. Христос обличал зло, ложь и лицемерие. Христос исцелял, Христос учил. И всем этим непрерывно бросал вызов миру сему, который и распял его. Нам говорят, у вас есть храм, и вам никто не мешает молиться в них, а остальное не ваше дело. Но как быть, если именно в храме, в молитвенном уходе от мира, мы и слышим слова Христа: «Шедши в мир сей, проповедуйте Евангелие всей твари», а значит, любить, помогайте, служите, не принимайте зла и не служите идолам. Что нам делать, если то Царство Божие, ради которого мы призваны бросить все, есть Царство любви, а значит, служение, жертвы, вплоть до отдания жизни за други своя? Поэтому, мне думается, правы и те, и другие. Дающие и один другой ответ. Но правы, и это важно, если только хранят как одну обе правды. И правду свободы от мира, правду не от мирного царства, но и правду нашей христианской ответственности в мире. Только в этом двуедином ответе раскрывается нам путь
Христов в мире сем, в мире, про который Христос сказал. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20 стих. «В мире печальны будете, но мужайтесь, я победил мир».